Сейчас мы будем, короче, встречать настоящее лето. У нас на улице плюс 33. Правда? И у нас есть Кёрхер. Там телефон. И мы делаем так. И, кстати, вы можете увидеть радугу. Видите, вот радуга, вот она. Вот смотрите, радуга, вот, видите, вот она. Давай, давай. И маму тоже. Хорошо? Вон радуга внизу. Тяжело говорить. Давай тоже туда. Прикольно, да? Помыться можно как раз, да? Купили тут местные настоящие яйца. Оля заказала, в общем, через Инстаграм. Здесь у нас, оказывается, недалеко от нашего дома. Люди занимаются разведением, в общем, куриц. Также пчеловоды. Вот мы у них мед покупали. Очень вкусный мед. И вот сегодня первый раз у них взяли яйца. В общем, постоянно будем у них брать. Видите, даже с этими перышками. Сейчас прям сделаем яичницу. Хоть что-то настоящее еще осталось. А то пойдешь в магазин что-то покупать, блин. Не еда, а, не знаю, пластиковая какая-то замена всего. Походу всю еду делают из одного какого-то материала. А тут вот сейчас Оля будет делать... Что там, омлет? Вот. Вот это настоящее яйцо. Из настоящих куриц. А современные яйца, я не знаю, откуда их вообще берут. Вот мы у них мед брали. У нас вот несколько баночек. Вон они, баночки, видите, заканчиваются. Разные. Очень классный мед. Вот всю зиму как бы питались им. Одна баночка вот эта осталась, да? Да. И они сказали, что в июле будет новый мед. Тоже у них закупимся максимально заранее на всю зиму. Себе, родителям, все. Летом не очень хочется мед кушать.
Вот как-то не идет он. Будет ближе. Весну еще можно чуть-чуть, а летом все уже. Как бы нам мед не хочется. А вот зимой прям мы постоянно вот делаем чай. Обязательно ложку меда. Вот. Настоящие яйца. Тут еще от зеленого они не такие ярко-желтые получаются. Цветы на камеру. Вживую они очень желтые. Да, вот так вот сделай. Так. Не выливай. Открой, только не выливай. Ну, как и тебе? Показать просто. Ну все, сейчас будем кушать. На улице просто офигенно. После дождей как будто все помыли. Сразу все стало зелененьким цветом светиться, блин. Вот с этой стороны чуть меньше зелени, а тут уже все, где солнце больше. Такая красота. Вообще просто. Идешь по газончику, блин. Ощущения офигенные. Такая свежесть. Так все классно. Ништяк, да, на улице вообще? Все-таки дождик — это хорошая штука. Кого-то кто-то полы тут помыл везде. Вот все говорят, Америка, там в Америке все полы моют. Все, у нас тоже моют полы. Только это делает небо. Халявный работник, короче. Тут вот как бы дом, когда покупаете, то сюда входит еще и вот уборка дождем божественная. Так что, понимаете, здесь Бог на меня работает. Вот такие вот дела. Не я на Бога работаю, а Он на меня. Классно. Птички чирикают офигенно. Слышишь, Милан? Что? Птичек. Да. Сейчас вот мы пойдем погуляем. А вот этого кошака, наверное, я прибью. Да. Если кто-то любит животных и сейчас это слышит, думает, что ты за засранец такой? Но я вот этого кошака ушатаю! Вали нахрен отсюда его! Вот просто бесит меня! Ну он такой приставучий прям. Заколебывает просто. Какой-то вонючий кот притащился что-то. Его подбросили, кто-то. Да вот козлы какие-то это делают. Вот кто держит кошек, а потом, знаете, вот сначала держит, а потом их выкидывает. Вы все козлы просто. Я изначально вот четко могу сказать, что ну, мне не нравятся кошаки эти вонючие. Я их как бы не выращиваю, не выкидываю и не создаю проблем. А вот есть такие люди, вот берут кошек, неответственные собак. Посмотрят, поиграются, потом их выкидывают. И главное, притаскивают тем людям, кто не любит это дело. Вот нахрена вы вот так делаете? Вот. Мы любим животных, как все классненько, мы такие прям уси-пуси. Засранцы, блин. Вот потом эти кошки на улице шастают из-за они вас. Они спать не дают, они на окна лезут и всю ночь может под окном орать сидеть. Ну, потому что люди приучают где-то дома. Поиграют, побалуются. Все, потом им надоело нафиг, и они эту кошку выкидывают. Нафига. Они еще знают, что в мусорках лазят, да, и ищут, ищут. Так что не делайте так. Или держите своих кошек, блин, держите их до конца. И не надо. Или вообще не нужно их держать. Вот я вышел, все так хорошо на улице. Взяли, все обломали. Своими вонючими кошками. Разорвались. Что ты себе выбрала? Покажи. Сейчас сорвешь, и они у тебя испортятся.
Мы вот эти берем, и вот эти, и вот эти. Вот, ой, все, вот снимай. Эти не берем. Это где брала? Отнеси на место. Эдгар, берем вот эти и четверки. Эти не берем. Хотите? Это видео. Палочки пожать. Фото. У вас сегодня праздник, да? Какой? Бабушка приехала. Ой, у Таты день рождения вон. У нас шашлычок кто там. Ты? Пойдем, посмотрим. А что, уже готово? Нет? И так хотел. Да, вот сейчас, чтобы другая сторона. Эти тоже. Зарина, лучше двое. Стоп. Дальше. Ой, что-то везде тут кочки такие. Кочки? Кочки. Почки. Пойду посмотрю, что там бабушки делают. Пошлите. Сейчас, а можно, Зарине, домой заходить, да? Да давайте я сама схожу, да, посмотрю. Сходи. Вы пока тут охраняйте вот этот нет, шашлык. Ладно. Сейчас я его бить. Не-не, аккуратно, Милана. Давайте я вас фоткаю. Готовит салатик. Салатик. Ты кому снимаешь? Просто видео снимаю. Ну, скажи что-нибудь на камеру. Всем привет! Да, дядя Митхат, поздравь. У него день рождения же сегодня. Да, Митхат. С днем рождения тебе! Счастья, здоровья, долгих лет жизни, чтобы дети и внуки радовали тебя и почаще собирались. И всего самого-самого хорошего. Посуда? Сейчас. Сейчас дадим. Сюда, обратно. Нормально. Первая порция готова. Специи какие были, так и положили. С собой забыли? Что есть? Что я двинуку, давай зацени. Соль хватает? Хватит, вкусно. Самое главное, соль. Да, соленая. Мягко. Эдвин, выпрямись. Что ты не могу. Почему можешь? Один в тарелку. Давайте сейчас подкрепите. Подкрепитесь, да, потом у вас нарды. Леночку. Турнир. А что салатик не хотите? Деньги. У них есть там помидорки? А вот такой, с лучком, с помидорками, с маслечком. А вот и Эдвин пришел. Да, футболки давай. Поближе идем. Мы тут с женой вышли с Баш Электросбыт. Она же парикмахерская там написана. Наконец-то мы сделали бумажки. И прям как в киношках есть же, выходят и такие, хренах с бумаги во все стороны, нахрен вообще. Мы это сделали. Да, мы это сделали. Запутанные истории. Шерлок Холмс там, все. Кто что прописан. Кто где играет, кто как летает. Месяца, все, такая путаница с этими электроэнергиями. Короче, система в России, наверное, ближайшие лет 50, вот это не поменяется, будет та же. Придется постоянно разбираться, за что вам надо платить, что вписали. Сидим в очереди, подходит человек и нас спрашивает какого-то хрена. Почему коэффициент чего-то повысился, вы не знаете? Напишите, да. Мне вообще пофиг, за что там вообще вписано в этих квитанциях. Но заглянули, короче, в квитанцию, и у нас задолженность по радио 670 рублей. Вот, вы понимаете?
радио. В нашем доме там, не знаю, со времен войны, наверное, этого уже радио нету. Но у нас зато задолженность. Каждый месяц, прикиньте, снимают с каждого жителя 80 рублей за радио, которое мы не слушаем. Да даже если бы оно и было, чтоб там передавали. Вот. Так что бабло рубит, блин, нормальненько. Но мы на некоторое время с Олей освободились от этого. Пишите, как вас достает эта тема или нет. С этими квартплатами. Разбор ситуаций. Кто там за что должен. Ты не можешь просто так взять, прийти и сказать, ну давайте, что там заплатить, заплатить и уйти. Нет. Вы должны как бы потратить на это месяца, чтобы разобраться, что. Вы уже готовы платить в два раза больше? Нет, вы должны вместе с ними разбираться во всей этой фигне. Вот кто что куда перечислил, циферки. Ну все. Так что мы сейчас с Олей валим в кафешку, в ресторанчик. Отпразднуем это дело наконец-то. Нам сказали, все, сюда приходить больше не надо. Вот, типа, валите нахрен отсюда. Так что, отличненько. А вы еще разбираетесь с электроэнергией и квартплатами? Кебабчик у нас тут, овощи и армянская пахлава. Офигенная тема. Ну и кофеечек, смотрите, какой принесли. Классно выглядит, прям четко сделали. Еще мы тут соль айран пьем, вкусненькие. В таких бокалах, да? В Армению. Ну. Оля взяла из говядины кебаб, а у меня куриный. Мне больше курица нравится.